давление дверей. Быстро, качественно, надежно. Я люблю швидкість, тому обираю Тріолан.
Добрый вечер. Я думаю, что сегодня всех поклонников единоборств ожидают интересные поединки, разноплановые. Насколько я посмотрел, организаторы подготовили и бокс, и мэй. И в заключении вечера, конечно же, интересный бой среди и поэтому я думаю, что сегодня настоящие ценители единоборств должны получить истинное удовольствие. Но, пользуясь случаем, как всегда, хочу пригласить всех любителей здорового образа жизни, всех харьковчан, которые стремятся совершенства физического, духовного, прийти сюда в воскресенье с 9 до 10 утра и зарегистрироваться на проект «Я смогу». Я хочу немножко этот проект прорекламировать, потому что у нас уже достаточно много участников, они разбиты уже по нескольким спорта Украины, шестикратный чемпион мира, судья международной
Клуб «Сафари». Синий угол Никита Шкрепко. Город Харьков. Спортивный клуб «Максимус». Боевой вес бойцов до 48 кг. Ребята будут боксировать по правилам бокса. Три раунда по 2 минуты. Мы видели обоих спортсменов. Они участвовали по правилам Муэй-Тай. Хорошие бои показывали. Были у каждого из них удачные моменты. Сегодня посмотрим их по боксу. Неплохо корпус проверил Роман Аглы, Никита Шкрепко. Постоянно меняет он высоту положения. Головы сейчас хорошо Шкрепко. Правый прямой такой. Далеко бросил, достал. Сейчас ребята дистанцию примеряют. Мало активных действий. Финты от Романа Аглы.
Чуточку поточнее, я сейчас работал. Далеко. Проваливается, Рома не пользуется этим. Сейчас хорошо. Боец из красного угла попадает. Качает маятник Роман Оглой. За ним центр ринга, ну, так пока подавливает. Равный раунд, у каждого из бойцов свои удачные моменты. Мне кажется, пока никто не хочет рисковать и больше друг друга пугают. Сейчас немного точнее был Роман Наглый в этом обмене. Далеко опять Никита пока не может подобрать дистанцию. Так, перерыв. Первый раунд подошел к концу. Завершение первый раунд. Партнеры Сафари Арены предлагают. Стиль Сафари производим. Устанавливаем и обслуживаем оборудование для спорта, для взрослых и детей, для помещений и дворов. Мы работаем для всех, чей стиль – это спорт и здоровый образ жизни. Московский проспект, 47. Кафе «Сиан» – это комплексные объекты, быстро, вкусно и доступно. Классическая европейская кухня, лучший итальянский. Блюда и, конечно же, экзотика традиционной тайской кухни. Московский проспект, 47, второй этаж. Охранное агентство «Инекс». Ваша личная безопасность и защита вашего имущества в руках профессионалов. «Инекс» — это 21 год работы и совершенствования. Это надежность, проверенная временем. Улица Маршала Бажанова, 4. Второй раунд. Итак, у нас второй раунд. Роман Наглый занимает центр, сейчас хорошо. Почтальон нас сделал и попал в правую прямую. Сейчас Супермен Патч опять попадает, пока начало раунда за ним. Никита работает вторым номером. Ему, как по мне, немножко опережение, он застаивается и пропускает начало атаки, потом начинает отвечать. Ему немного пораньше начинать. Сейчас хорошо, но не очень точно. Сейчас пошел Никита вперед.
вперед, потом опять ушел из центра ринга. Не хочет работать пока первым номером. Судья требует более активных действий. Итаж Крепков услышал первый, пошел вперед. Обмен. Сейчас попал Роман на углы. Где Никита Шкрепко получше смотрится, стал больше попадать. Сейчас, кстати, хорошо попал Роман на углы правый сбоку, такой длинный, но попал. Опять попадает правый сбоку Роман на углы, забирает концовку раунда. Партнеры арены «Сафари» предлагают клуб отеля «Сафари». Гостеприимное место, где мы сегодня продолжаем бойцовский сезон. Экологичный гостиничный комплекс в центре города. Ресторан, банкетный зал, отельный номер, узкая баня на дровах, беседки с мангалами в сосновом лесу на берегу реки. Внимание! Лето в разгаре, и наш открытый 25-метровый бассейн с шезлонгами и зонтами ждет всех любителей комфортного отдыха. Для детей неглубокий бассейн с теплой водой. Чистый воздух и улыбки на лицах. Отель «Сафари» – настоящий оазис посреди мегаполиса. Улица Милиционера – 23А. Бургер энд пицца на Московском 41. Новый вкус, такого вы еще не пробовали. Прекрасное сочетание уже полюбившегося вам блюда, сытного бургера и уточенной пиццы. Московский проспект 49. Третий раунд. Итак, третий раунд. Напомню, ребят, три раунда. Но мое скромное мнение, бой равный. Пока что каждый из бойцов выглядел более лучше. По очередности раундов. Сейчас очень красиво и главное, мощно. Роман наглый ударил правой прямой с прыжка, так называемый супермен панч. Раунда. Никита ждет атаки. Как по мне, надо идти ему сейчас первым номером, а то может сейчас опять правый прямой проходит от Романа наглый.
Левый снизу, правый прямой. Хорошая комбинация. Сейчас сбоку попадает хорошо Романа. Никита Шкляпко решил подраться. Это было правильно, потому что Роман Аглы получше смотрится в третьем раунде. Ему нужно обострять бой. Но он сейчас опять пропускает. Роман Аглы идет вперед. Сейчас. Да, у него постоянно проходит правый прямой. Не успевает. Вроде левую руку высоко держит, а все равно пропускает правую прямую. Такой левый джеб не достал Никита. Роман Аглы уже вторым номером работает. Кто заберет концовочку? Оба ребята отстоялись. Так, ждем решения судей. Ну что ж, мы ждем решения судей. Рестли в ринге Андрей Марчук собирает судейские записки. Бойцов просьба подойти к середине ринга. Победу в этом бою одержал Роман Аглы! Харьков, спортивный клуб «Сафари». Ребята, мы уходим. Вот оно, память и награждение. Ребята, не спасибо. А следующий бой у нас ММА. Рефери в ринге Александр Лунга. Следующий бой у нас по ММА. Я рад приветствовать нашего гостя, президента Украинской Федерации ММА Олега Рашкевича. Поприветствуем. Итак, ММА. Любители, вес спортсменов до 77 килограммов. Красный угол ринга приглашается боец спортивного клуба «Файтер». Встречайте Юрий Спасун!
ринга приглашается боец из спортивного клуба «Сафари». Встречайте Виктор Костенко! Второй бой сегодняшнего вечера. Ко мне присоединился Олег Боровицкий. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. У нас бой в весовой категории до 77 килограмм ММА. Да, Юрий Спасун, город Харьков, спортивный клуб «Файтер». Это Красного ринга. И Виктор Костенко, Харьков, спортивный клуб «Сафари». Виктора Костенко мы часто видели зимой. Давно его не видели. Травма была у Виктора. Сейчас он вроде бы подлечился. Сильный боец физически. Да, хорошо, неплохо. В стойке работает. Будем, ребята, борьбу не спешат. Так, дистанцию меряют пока. Да, джебами. Попал Костенко, пропустил проход в ноги. Да, Юрий Спасун решил пройти в ноги. Пошел в борьбу. Я... Костенко вообще уверенно себя чувствует в борьбе. Он очень сильный. Да, смотри, как хорошо. Да, перевернул. По-моему, Спасун немножко погорячился. Ну, тоже демонстрирует. Да, да, да. Заплел ногу. Физуха неплохая. Ну, переводит, переводит, да, переводит партер Виктора Костенко. Костенко хорошо руки блокирует. Зажал и не отпускает. Юрий Спасуну. Грамотно оба двигаются. Да, да, в сторону. Один не заходит, другой защищается. Вялые удары по корпусу. Да, попытка разбить в корпус. Костенко заплел, Спасун сверху, колено в предплечье, наступил коленом Спасун. Удар очень. Да. Слушай, сильно руку. Если его ударить, смотри, Спасун как пытается разбивать. Юрий Спасун. Заканчивается раунд, звучит гонг, и спортсмен.
спортсмены отправляются отдыхать. Постоянный партнер открытой арены «Сафари», «Химфармзавод», «Червона», «Зирка» и «Е-продукция». «Акваспрей», дыши спотно. «Акваспрей» – идеальный уход за полостью носа. «Акваспрей» избавит нос и горло от микробов, вирусов и пыли. «Венатон» – легкость ног в течение дня. «Пикон» – герпес под прицелом. «Гриппомед» – быстро снимает симптомы простуды и гриппа. Содержит суточную дозу витамина С. Одна упаковка на курс лечения. «Климатин» – в 40 лет жизнь только начинается. «Радисол» – ритм молодости для сердца и сосудов. «Лицензия МОЗ» АВ-598-204 от 18.12.2012 года. «Химфармзавод», «Червона», «Зирка». Так, второй раунд у нас. Партер довольно-таки интересный был в первом раунде. Небольшое преимущество Юрия Спасуна, я думаю, что есть. Пока что. Виктор Ржавчина сбросит. Я думаю, поактивнее в втором раунде будет работать. Прогрелся уже. Спасун как-то суетливо. Вот сейчас вертушка была хорошая в исполнении Костенко. Да, что-то пропустил еще такой неприятный. Лоу-кик, да, да. Что-то он попытался поймать. Сам хороший отдал, да. Фронт далеко. Вернее, даже Спасун хорошо в бок ушел. Он ушел, он начал на кике работать. Мне кажется, Костенко просто не может приноровиться. Ну да. Проваливается в атаке. Спасун. Цепляет. Переводит в партер. Спасун хорошо. Именно если вперед корпус, все время оказывается сверху. Подсечка у него на пятерочку, да? Нет, подножка была. Ну, дали подножка. Ногу, удачно упал на спину, как-то непонятно. Хорошо у него этот контроль коленом. Руку зажал левую. Сейчас, правда, выбирается. Костенко встает точно так же, как в первом раунде. Стал Спасун, да. Запутался. Молодец, Виктор дал выйти из каната. Да. Да. Теперь бьет коленом в бедро. Спасун вяжет и валится. Пользуются канатами спортсмены. Не получилось зацепка. Опять сейчас повис на ноге. Костенко уже понял систему этих действий и оказался Спасун внизу. Рефери остановил бой. Будет продолжен в стойке. Далеко Спасун. И точно. Стопой ударил, по-моему, неприятно. Кик ударил Костенко, фронт не точно, сильно высоко. Сейчас проход в ноги Костенко спасает Спасуна канаты, звучит гонг, перерыв.
Спасибо вам. Прекрасный бой. Лучший боец сегодняшнего дня получит специальный приз от веревочного парка, расположенного в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Партнеры аренды «Сафари» предлагают. Фитнес-клуб «Сафари». Первый аутдор-фитнес-клуб «Сафари». Тренажерная зона, йога, пилатес, растяжка, единоборство, велотренировки, кроссфит, TRX, воркаут, скандинавская ходьба, плавание. И все это под открытым небом и на свежем воздухе. Гидропарк, улица Милиционера, 23А. Туристическая компания «Сафари Тур». Хотите самый незабываемый ледовый месяц? Мечтаете об экстремальном туре или желаете поваляться на пляже, позабыв обо всем? Тогда вам «Сафари Тур», Московский проспект, 47. Следующий раунд. Третий раунд. Такой интригующий, да, бой? Да. Нету явного. Я бы второй Костенко отдал. Да, первый спасану можно. Тогда у нас ничья пока. Вот сейчас в атаку ринулся, обоюдная атака. Спасун пошел, левый пропустил лоу, ударил левый сбоку, и сейчас на входе в ноги или в корпус пропустил лоу-кик. Спасун плетет. Костенко хорошо блокирует. Да, заходит сверху, попадает в голову. Сейчас промахивается, Спасун защищается. Наверное, будет вставать Спасун. Я, кстати, не помню. Бойцы. Ой, хорошее колено в корпус бьет Костенко. Да, с прыжка. Очень хорошо. Отжимает голову. К сожалению, с нашего места не очень хорошо видно. Пытается колено бить в бедро Костенко. Разбивает руками. Защищается гардом Спасун. Бьет Костенко, ухо, держит, бьет, да, проходит боковые. Это любители, прямые бить нельзя, только сбоку. Еще бьет Костенко, бьет бедро, бьет рукой. Спасуну надо что-то предпринимать, пока отдает раунд, отдает бой. Судья поднимает. Поднимает бойцу в стойку судья. Я не увидел, что произошло. Спасуна проблема с экипировкой. Спала перчатка. Рефери останавливает время. Рефери в ринге Александр Лунга. Продолжим. Пока третий раунд за Юрием Костенко. Фронт-кик высоко бьет Костенко. Лоу точно.
зашел, вертушка не увидел. Я могу понять смысл вот этого фронт-кика. Так, погладить лицо, силы такого не несет никакого. Вот, вот это я понимаю, сильный удар. Звучит гонг, и мы ждем решения судей. Мы ждем решения судей. А я напоминаю, что завтра адрес улицы Миссионера 23, то есть здесь состоится конкурс «Мисс Сафари Фитнес», начало 17:00. Завтра здесь 17:00 «Мисс Сафари Фитнес». Победу в этом бою одержал вечер. Да, действительно, я давно не был уже на турнире. Ну, там причина была в России на чемпионате мира по кикбоксингу. Повез сюда спортсмена от Украины. Встречали очень-очень тепло. Ну и наш спортсмен занял первое место, стал чемпионом мира, получил золотую медаль в весовой категории 71 килограмм. Ну, мне сказали, что на предыдущем турнире здесь был аншлаг и были очень яркие бои. Я думаю, что эту традицию мы и будем продолжать и поддерживать. А сейчас проходят сборы и тренировочный процесс у всех спортсменов лета. И я думаю, осенью все заряженные, подготовленные выйдут на ринги, на наши турниры и покажут себя, что они смогли заработать в плане своей подготовки за лето. Мы чекаємо, попереду буде багато цікавих змагань і ВСМА, і з Муайтай. А зараз ми повертаємося до нашого рингу і спостерігаємо за наступним третім поєдинком. Встречайте Юрий Косынов!
третий бой сегодняшнего вечера. ММА профи. Весовая до 63 килограмм. Красный угол. Владислав Юрченко, Балаклея, спортивный клуб Самбо 96. Синий угол ринга Юрий Костинов. Харьков, спортивный клуб Сафари. Бой пока в стойке. Такая, да, разведочка какая-то тайская, я бы сказал. Ну да, Костина вообще интересно так меряет углы, да? Ну, смотри, спиной качает. Да, да, да. Хороший лук от Владислава. Пробивает Юрченко, забирает ногу, перевод в партер. Формула боя 3 раунда по 3 минуты. Костинов защищается, вставляет ногу. Пытается на болевой, да, наверное, взять. Нам не видно, но... Не видно. Красиво всегда, когда так стоят бойцы. Поднимает Юрченко. Да, сейчас Косинов держится за ногу. Да, ногу хорошо выходит. Мы был захват на болевой. Юрченко сошел. Сейчас пытается разбивать. Косинов вываливает его за канаты. Виктор Костенко поймал оппонента, да. Юрия Косинова. Бой, наверное, в стойке будет продолжен. Интересная такая ситуация, да, приключилась. Мне нравится, что Косина, смотри, как хорошо подсел, да? Да, не, да, задирает ни подбородок, ничего. Опять пропускает проход, ногу. Проход в ногу, не успевает ударить. Опять поднимает Юрченко, разбивает помост, забирает руку. Костинов забрал голень оппонента. Опять, да, Костинов забрал голень, Юрченко тоже берет голень, пытается бить со стойки. В общем, ситуация крайне запутанная. Оба пытаются болевой делать болевой на ногу. Костинов уже не делает болевой. Сейчас будет контролировать. Надо, я бы... Сейчас... Не, смотри, сейчас... Взял руку. Да, пытается забрать руку. Ну, пока нет. Пока, да, не забрал. Держит пока. Владислав Юрченко. Да, надо отжимать ногами. Надо работать корпусом. Забирает руку. Даже не получится болевого. Запутался в ногах. Да, так. Владислав Юрченко запутался в ногах. Рефери остановил. Бой продолжен в стойке. Юрий под правый лоу так хорошо просится. Надо коленом встречать Косинову, мне кажется, он сейчас явно готовит проход в ноги. Глаза смотрят.
смотрят вверх, нос опущен вниз, туда, в направлении прохода. Звучит гонг, перерыв. Партнеры арены «Сафари» предлагают на бульваре Юрьева на территории сезонного катка дизеля «Айс» работает пункт проката велосипедов «Сафари». Работаем каждый день. Добро пожаловать и приятного велопрепровождения. Улица Харьковских дивизий, угол бульвар Юрьева. «Сафари» предлагает продажи модные надежные велосипеды по доступным ценам. Поможем, подскажем, подберем именно то, что нужно вам. Проспект Московский, 47, возле магазина «Сброя Сафари». По окончании боев не расходимся. Вас ждет выступление коллектива «Турман Тур». «Сафари-арена» выражает благодарность нашим постоянным партнерам через завод «Березовские минеральные воды», лично генеральному директору Тимошевскому Дмитрию Викторовичу. «Березовская вода» – чистая вода для чистых побед. Следующий раунд. Второй раунд. Второй раунд. ММА. Вес до 63 килограмм. Интересно, профессионалы. Владислав Юрченко тянет, ну, на правой, на задней ножке сидит все время. Косинов, не знаю, что. Вот опять проход в ногу. В этот раз прошло поймал. Колено, надо да, было еще бить на входе. Когда голова была ближе, пытается заплести Юрченко. Косинов переходит, как-то неудобно. Переводит Косинов. Юрченко контролирует. Да, сейчас хорошо Юрченко захватил. Ногу вставил. Голова под мышкой Косинова. Не видно. Он держит под руку. Я не думаю, что удержит Юрченко в таком положении. Да, Косинова закрывает. Бывает. Пытается закрыть гард. Не пытается. Отжимает бедро стопой. Хорошо. Сейчас второе бедро пробивает Косинов коленом. Юрченко два бедра пытается держать коленями. Я думаю, Косинов будет пытаться пройти. Не, рефери поднимает, мало активных действий. Бой продолжен в стойке. Секунданты советуют Юрченко начинать первому. Джеб. Бьет джеб. Согнал пыль. Точно. Так, припугнул. Просился правый, да, за ним? Налякал. Да. Хорошо. Корпус ногой Косинов, отвечает корпус рукой Юрченко. Да, тоже, кстати, сильно ответил. Обмен хорошо любезностями, лоу-кик от Юрченко. Косинов поджимает. Какой напряженный момент, оба выжидают, никто не хочет рисковать. Косинов рискнул, Юрченко прошел в корпус, прозевал
проход. Да, быстро Юрченко проходит корпус, так, доля секунды. Последняя минута в этом раунде, бьет по мост Владислав Юрченко Юрия Косинова. Косинов вяжет. Такой вязкий бой у нас. Да. Ну, тоже явного преимущества нет. Хотел коленом ударить, сбросил Косинов. Да, Косинов подпер его этим самым стопой. Да. Не дал. Сейчас пытается разбивать. Опасное положение у Косинова. Колено на горле. Опасное положение. Может задушить. Нет, убрал колено. Пытается сесть сверху. Юрченко. Косинов. Сейчас тоже не очень выгодное положение. Вся надежда на гонг. Времени мало. Забирает голову Косинов, пытается скинуть последние 10 секунд в этом раунде. Отжимает стопой ногу Юрченко. Да, у него хорошая. И звучит гонг, перерыв. Не успел Юрченко сделать. Спортсмены отправляются отдыхать. Благодарность нашему постоянному партнеру Химфармзаводу «Червоная Зирка». Химфармзавод «Червоная Зирка» и ее продукция. Сордекс возвращает сорт. Отправление Сорбимакс. Максимальный эффект по выгодной цене. Фитоген. В лечении профилактики инфекции ротовой полости горла эксперт. На работе и в семье лад, гармонию, свет вам подарит фитосет. Хилискан. Укрепит иммунитет. Защитит от инфекции. Лицензия МОЗ АВ 598-24-18-12-2012 года. Химфармзавод «Червона Зирка». Мы рады приветствовать наших новых медиапартнеров «Арены Сафари», борцовский интернет-портал «Самсон» и журнал «Мэнстайл». Журнал для настоящих мужчин, которые ценят стиль и время. Третий раунд. Последний раунд нашего боя. Вязкий бой. Подустали бойцы, но от борьбы. Да, такая изнуряющая борьба с упорами, да. Коленями, локтями. Все время надо тратить. Хорошо. Силы. Попадает луки Косинов. Юрченко даже не отвечает. Видно, пройти в ноги. Косинов опять попадает. У Юрченко нет сил на взрыв. Он показал, да, не пошел, нет сил, да. Сам мне доволен. Показал щелкунчика. Отдает лоу. Кстати, у Косинова левого бедро в гематоме, конечно, Юрченко. Стопой попал Юрченко, даже чтобы следы, побить в то место, то следы от пальцев. Можно было...
опять туда же попадает. Тимченко, Костина в стойку не меняет. Да, не знаю, вот Костина подседает, ноги не проходят. Он на какой-то солдат хитрый готовит, но никак не нанесет. Видишь, правый сбоку готовит. Хорошо, Косина зажал голову, но... Юрченко обходит ногами, да. Есть риск удара коленом, надо прижимать ногу, надо защищаться, в общем, запутанная ситуация в партере. Идет позиционная борьба в партере. Отжался Юрченко. Костина вяжет. Не скидывал, да. Просто вставил ногу через ногу. Колено, смотри, на горле стоит. Нет, сошел ногой. Пытается бить со стойки, пытается Юрченко. Встал. Косина дал Юрченко встать. То ли дал, то ли не было сил идти. Да, ждет. Это загадка для нас. Да. Опять хороший лоб. Вроде не сильный, да, нога аж улетела. О, хороший прошел. Обменялись ударами в корпус. Кстати, дистанцию хорошо чувствует Владислав Юрченко, даже с опущенными руками уходит в последний момент. Опять переводит в партер Юрченко. Снял. Прижался Косинов. Юрченко пытается разбивать, сел сверху, начинает разбивать голову, Юрченко пытается сбросить. У нас осталось последние секунды. Попытка болевого. Звучит гонг. Мы ждем. Спасибо нашему гостю из Балаклеи. И мы ждем решения судей. Бойцов противника. Ну что, Харьков или Балаклея? Балаклея!
заключительному бою, в котором встретятся Харьков и Ивано-Франковск. Это супербой К1. Вес спортсменов до 71 килограмма. В красный угол ринга приглашается наш гость из Ивано-Франковска. Спортивный клуб «Альянс». Встречайте! It's over.
71 килограмма. Тарас Сапа, Иванов Франковск. Федор Черкашин, Харьков, Сафари. Тарас Сапа является на данный момент звездой ММА, особенно в западном регионе Украины. Известный боец Федор Черкашин, так сказать, звездочка из Muay Thai. Ребята встретятся по правилам К1. У Тараса Сапы есть бои в Таиланде с тайскими бойцами. Он выступал и по правилам тайского бокса, и по правилам К1. Разноплановый боец. Да, разноплановый боец. Сейчас они больше перешли, его клуб перешел к ММА, но у него большой опыт боев. У него был бой с Валентином Рыбалко. Выиграл. Я не помню, честно говоря, по-моему, тогда выиграл Рыбалко, но бой был очень ровный, поэтому я думаю, сегодня нас ждет очень интересный бой. 3 раунда по 3 минуты формула боя. К1. Сапа пониже немножко, Федя помощней. Да. Такой чувствительный боец. Ну, в ММА бойцы чувствительные. Логика Черкашина не точно. Черкашин бьет сайдкик. Черкашин пока первым номером работает. Оба собраны. Удар с разворота Сапа. Видел. Подсобрал. Федя попадает правой прямой. Сапа попал левый. И хай-кик. Сапа попадает на левый. Да, сбоку. Оба собраны. Опять вертушка от Сапы, к сожалению, пока результативных ударов мало. Колено. Блок, да? Хороший. Полуудар, полублок. Черкашин бросает. Дистанция. Хорошая колено. Черкашина. Клинч. Запрещен. Замечание от рефери. Рефери в ринге Владимир Сергеенко. Судья международной категории. Левый сбоку. Левый сбоку бьет. Сапа крутится, пропускает фронт. Зрители свистят. Подсел Черкашин сейчас. Хай-кик по защите. Федя посвободнее немножко. Секунданты ему подсказывают. Сапа зажать. Посвободнее, полегче. Пробивает Черкашин, немножко проваливается в атаке.
Черкашин. Сапа идет с Милом. Да. Так, Буром попер, я бы сказал, а не пошел. Да. Ставил мидл кик там. Сейчас хороший в корпус. Хорошо пробивает Сапа. Да, он сбросил, да, и в полете. Да. И левый сбоку по корпусу от Сапы. Да, обменяли. Сейчас Сапа отдал мидл кик. Не, перед этим рукой в корпус Сапа. Когда Федор бил мидл, Сапа мне показалось, попал левый сбоку корпус. А потом ударил еще мидл. Очень напряженный бой такой. Хотел опять с разворота ударить. Он уже там просто напугал. Ну, все. Сейчас сбросил. От нашего ведущего звукового под впечатлением от первого раунда. Зрители кричат: Федя, давай. Я аплодировал обоим бойцам, очень интересный раунд. Да, первый раунд мне тоже очень понравился, плотный бой. Оба побывали на помосте ринга, точно. Удары. Посмотрим сейчас. Я работал первым номером. Видно, что бойцы опытные. Заходили удары с обеих сторон. Сапат правым встретил. Прямым. Джеб прошел. Хороший фронт. Фронт, да, Черкашина. Черкашин высокий, грамотно пользуется. Сейчас промахивается, промахивается в атаке. Сапа провалился. Да, и как раз ушел от колена во время того, как поскользнулся. Опыт, видно,
оба опытные. Сейчас встретил, хорошо. Сапа чуть помощнее, Черкашин чуть порасслабленнее, побыстрее. Кашина всю в защиту, Сапа закрыт. Да, такие удары по защите, но чувствуется, голова дергалась. Клинча нет. Бьет Черкашин. Я напомню зрителям, бой проходит по правилам К1. Удар с разворота Сапа попадает в пах. Получает замечание Черкашин, получает возможность прийти сюда. Бой продолжен. Неконтролируемый удар с разворота попал в пах. Да, к сожалению, такое бывает. Подскальзывается Сапа. Не везет ему синему углу. Рефери требует протереть воду. Бой продолжается. Опять фронт попадает Черкашин. Корпус руками. Сапа зажат. Надо легче. Хайкик Сапа не точно. Лоукик Сапа. Черкашин жмет. Хороший мидл от Черкашина. Хороший размен был такой. Полуфронт бьет Черкашин, попадает, качает, ищут подходы друг к другу бойцы. Да, Тарас Сапа зашел. Вон перерыв. Прекрасные бои. Партнеры Сафари предлагают. Стиль Сафари. Производим, устанавливаем и обслуживаем оборудование для спорта, для взрослых и детей. Для помещений и дворов. Мы работаем для всех, чей стиль – это спорт и здоровый образ жизни. Московский проспект 47. По окончании боев лучший боец сегодняшнего вечера получит специальный приз от веревочного парка, расположенного в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького.
находимся по окончании боев коллектив Турман Тур и его выступление. Также завтра в 17:00 здесь состоится конкурс «Мисс Сафари Фитнес». Начало в 17:00. Третий раунд! Продолжается наш поединок. Да, интересный бой. Да, такая висит напряженность в воздухе. Есть интрига. Да. Челмачок. Вот Тарас Сапа. Да, Сапа включил челнок. Черкашин тоже качает, шагает. Меряет, контролирует, пока ударов нет. Не дает подойти. Ну, Сапа уже сильно не подходит. Вот зашел. Лоу-кик от Сапы точно. Двоечка далеко. Лоу-кик от Черкашина точно. Мидл-кик в защиту. Еще один точный лоу от Сапы. Ух, красиво. Красиво. Да, далеко только, да? Далеко, да. Черкашин хотел прыгнуть, а потом передумал, ударил лоу. Да. Да, неожиданно от Сапы было это действие. Далеко. Далеко. Хорошая двоечка, но далеко. Клинча ж нету. Нет, клинча. Уверенно оба как-то зашли в клинч. Рефери останавливает. Левый прямой или боковой, я не понял. Да. Хорошо, что Федя не заставил. Федя промахивается два раза, Сапа уходит. Попал и посмотрел, да, надо было продолжать. Черкашина попадает. Черкашин хорошо вернул Сапа, ушел от левого сбоку. Клинча нет. Рефери разводит бойцов. Последняя минута боя. Попадает, попадает голова в корпус Черкашин. Колено, колено в клинче не счет. Правая на правую как. Падают оба.
Качественно, надежно.
Я люблю швидкість, тому обираю Тріолу.